Эти кадры были сделаны в феврале месяце. Тогда жители Качи и волонтеры освобождали израненных, голодных кошек и собак из дома мучителя. Многих тогда спасти уже не удалось. Волонтеры рассказывают, некоторых уцелевших животных почти сразу забрали к себе в дом люди. Остальные пока находятся на передержке. На нашей передержке осталось 6 собак, остальные пристроенные. И 7 щенков, которые находились на северной стороне, также у наших волонтеров, у наших девочек, из них уже осталось 3 щенков. Были хозяева у многих собак. Они когда увидели первый репортаж, они увидели своих собак. Женщина звонила, плакала. И были очень рады найтись. К сожалению, не все нашлись. Физическое и психическое состояние животных уже стабильное, заявляют волонтеры. Собаки очень дружелюбные. Весь пережитый ужас в доме живодера их не озлобил. Они с радостью идут в руки и общаются с людьми. На данный момент собаки очень хорошо выглядят, откормлены, состояние отлично. И мы просто ищем как бы для них хорошие семьи, хорошие ручки, да, которые будут готовы действительно войти в это положение и взять себе друга в семью. Волонтеры рассказывают, если бы в Севастополе был единый центр по оказанию помощи бездомным или брошенным животным, проблема бы не стояла столь остро, потому что временные частные передержки, разбросанные по городу, не в силах решить все жизненные сложности, выпавшие на долю уличных четвероногих. Рената Малышева, Наталья Бабкевич, программа «Наше время».